Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют День Джупа. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память о дании праздника Успения Пресвятой Богородицы, мученика Лупа Сурунского, священномученика Иринея епископа Лионского, преподобного мученика Евтихия, игумена и Флорентия, святителя Калиника I, патриарха Константинопольского, священномучеников Ефрема Кузнецова, епископа Селенгинского, Иоанна Восторгова, пресвитера, и мученика Николая Варжанского, священномучеников Павла Гайдая и Иоанна Карабанова, пресвитера, и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим мир иной.